Школа фермера – это знания и опыт, которые позволяют запустить агробизнес с нуля или вывести хозяйство на новый уровень. В этом году обучение по направлениям органическое производство и развитие сельскохозяйственной кооперации. Интересно было в том числе тем, чей стаж исчисляется десятилетиями, как у Татьяны Зениной. Всегда есть чему поучиться. Даже у маленьких каких-то начинаний всегда есть некий такой нюанс, который можно развить всегда в какой-то большой проект. Обмен опытом между участниками – важный критерий проекта. Сергей Петракович, например, показал однокурсникам свой бизнес – яблоневые сады в Новом Осколе. Мы всегда рады гостям у нас. И показали им то, что у нас происходит на предприятии. Персонал и наши учителя, и администрация ИПК неформально подошла к всему обучению. Вложили, я вижу, душу свою. И довольно было интересно. И я думаю, многим это было на пользу. Особенной частью обучения в 2024-м стала поездка в Беларусь. Наши аграрии познакомились с коллегами из республики, побывали на улиточной ферме и ягодных хозяйствах. Были, среди прочего, большая культурная и деловая программы. Более того, данные договоренности у нас сегодня выливаются в то, что в июле этого года мы планируем еще одну поездку в Республику Беларусь для изучения опыта плодово-ягодных хозяйств, которые ведут фермеры соседнего нам государства. Там действительно есть чему поучиться, есть уникальные сорта. Мне кажется, что взглянув на, казалось бы, привычные вещи другими глазами, вы получили новую информацию и новый такой заряд. Ряд, по сути дела, инициатив, которые могут значительно укрепить ваши и до того, наверное, неплохие хозяйства. Но для нас это, конечно же, как для образовательной организации тоже большая честь. В этом году школу фермера заканчивают 35 человек. Они успешно защитили бизнес-проекты перед экспертной комиссией и готовы создавать новые прогрессивные предприятия. Партнеры программы – Россельхозбанк, Министерство сельского хозяйства и продовольствия региона, а также Белгородский ГАУ поддерживают своих студентов даже после выпуска. Сельское хозяйство – это высокоразвитая отрасль. Сегодня требуются люди, которые понимают, разбираются в своем деле, потому что есть высокопроизводительное, дорогостоящее оборудование, есть технологии, которые требуют знаний, умений. И, конечно, без получения дополнительных знаний, без участия в образовательных мероприятиях, наверное, сегодня эффективно работать на земле невозможно. Фермерскому сообществу в последние несколько лет очень такое, в хорошем смысле этого слова, внимание, и сейчас гораздо больше возможностей и с учетом государственных программ для реализации своих проектов. В потоке школы фермера участвовали 33 субъекта страны. Общее количество студентов без малого 1000 человек. Маргарита Аксенова, Павел Емелин, программа «Такой день» на Мире Белогорья.